Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас Rise of the Tomb Raider на хардкоре. На самом, блядь, короче, похуй. Сейчас мне нужно провести кое-какую хуйню, чтобы, блядь, запись не лагала. Все, я все сделал, погнали. Начнем с того же лагеря, где остановились в прошлый раз. Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Ледорубом хуярить. Самый проверенный вариант. Чё за хуйня-то, блядь? Наконец-то мне удалось убить одного из бессмертных. Я следил за ним весь день, дожидаясь, когда он останется один. Он как будто почувствовал, когда я спустил тетиву, будто услышал ее звук. На его стороне была сила, на моей ум и вера. Моя стрела пронзила его тело, но он сражался до тех пор, пока я не попал ему между глаз. И даже после этого ему удалось ранить меня перед тем, как я проломил ему череп. Тело его охватили языки пламени, и он обратился в пепел прямо у меня на глазах. Прошли часы с момента его смерти, а пепел все еще тлел, потрескивая и искрясь в темноте. Не думаю, что на этом с ним покончено. Источник оказывает невероятное влияние на каждого, кто соприкоснется с ним. Я должен знать, что будет дальше. В гробнице-то есть вообще где-нибудь?
Артефакт. Древнее резное изображение языческого бога. Может быть, божества плодородия? Ему много тысяч лет. Тут всякая хуйня. Кусок кремня в мешочке. Для разведения огня. Монгольский воин должен был быть готов ко всему. Сейчас хардкор будет. Черт! Это они по мне стреляют. А что если сделать так, чтобы они разбили врата? Бля, это же хуйня даже не долетает нахуй. Ебать, она их крошит, что пиздец нахуй. Блять, фаербола. Так, на дробовик спрос у нас хороший сейчас, блядь. Блять, надо найти путь наверх. Блять, а может там как-нибудь можно пройти? Ах!
сука, чурки ебучие, блядь. Как туда, блядь? Серьезно, блядь? Ёбаный свет. Блять, да за что мне это, сука? Блять, все это время можно было сделать вот так, нахуй. Домой, нахуй. Надо пробить врата. Сойдет, наверное. Пора стрелять. Блять, тут лагерь где-то должен быть, а сука, там хуй засейвишься. Бля, я чуть не разбился. Если б разбился, все надо было заново бы делать.
Господь испытывает меня. Я добыл достаточно оружия и припасов, чтобы выжить. Однажды хан приказал мне овладеть стрельбой из лука и сражаться в его армии, за что я ему благодарен. Он даже подарил мне свои собственные бронебойные стрелы. Вокруг меня лед, из которого можно добывать воду, но он красный от крови. Армия пророка патрулирует теперь уже мертвый город. Это не те солдаты, что встретили нас у городских ворот. Что-то изменилось. Древняя легенда гласит, что тот, кто взглянет на святой источник, отдаст ему свою душу, получая взамен бессмертие. Если это так, то мне суждено погибнуть здесь, унеся с собой секрет, за которым я был послан. Тут гробниц-то в натуре нет нигде, нахуй. Блять, где-то есть, надо полазить. Шпоры монгольского всадника. Они гораздо красивее и вычернее, чем я ожидала. Но довольно поношенные. Их обладатель был богат, но бывал в походах. Это бессмертный, нихуя не бессмертный, блядь. О, костер. Это масло, блядь. А вот гробница последняя из всех, которые мы проходили. Сейчас засейвиться заодно можно будет. Синяя стеклянная ваза. Все еще в прекрасном состоянии. Таких, конечно, мало осталось. Железный кулон.
Солдаты Империи иногда вешали такие на пояс. Развалины под водой. О, костер, это вообще охуительно. Боже мой. Нужна будет искра. Осталось только поджечь газ. Ворота не открыть. Но, может, как-то проломить можно? В глубинах под святыми землями нашего города мы обнаружили источник скверны. Извилистый адский тоннель, изрыгающий миазмы зла. Признаки одержимости бывают разными, но метка демона всегда четко видна. Людей тянет к злым словам и поступкам, прочь от Божьей благодати. Тогда мы приводим их сюда, к самому входу в ад, чтобы изгнать демонов. Нам не всегда это удается. Зачастую от несчастных бедняк уже мало что остается. Тяжело терять хороших людей, но мы должны противостоять всем проявлениям дьявола. Бля, что тут сделать-то надо, нахуй? Ворота не открыть. Но, может, как-то проломить можно? Thank you.
Его что-то удерживает. И что же, блядь? Да ну нахуй. Ладно, дорогие друзья, на этом все. Я сегодня уже заебался, честно говоря, играть. Бля, тяжко было в некоторых местах, очень тяжко. Нет автосохранений, только костры у нас. Ладно, всем, кто это смотрел, спасибо большое. До свидания. До новых встреч, так сказать.